пластинки можно было покупать только в Москве или в Питере. Они приходили только туда, приходили по каким-то фарцовским там каналам. Сложность была с информацией, естественно. Абсолютно не было информации. Сейчас в интернет зашли, все увидели. Приходилось либо заказывать бумагу, New Musical Express, Melody Maker. Попкорн был из такой сложной музыки. Зигзаг был такой журнал. Это тоже английские, немецкие журналы. И, естественно, подешевле брали в Москве, здесь чуть подороже продавали. Туча делилась на вот на такие компании. Кто-то хард-рок слушал, там Deep Purple, Led Zeppelin, Queen. Это все сейчас известные группы, тогда это достаточно так удел тоже энтузиастов был. Наша вот компания New Wave, Новая Волна, какие-то там, не знаю, Sky, ну такие, это в то время это авангардом практически было. Industrial уже тогда появился. Все это удивлялись, вот скажем, те же москвичи, я помню, Ижевск уже тогда, ну, среди меломанов такое место занимал определенное. То есть знали и в Питере, и в Москве, что в Ижевске берут такую всякую замороченную музыку. Так, кусочки протыкать называлось. То есть... Также, соответственно, если надо одну песню, например, записать с альбома, вот аккуратненько ставишь, там раз, включили магнитофон. Вот в паузу пошла она эта песня. Ну и, соответственно, все вот так вот аккуратненько было. Каждое касание и каждое проигрывание как бы влияло на качество пластинки. То есть она начинала трещать, потрескивать сначала слегка, потом все сильнее и сильнее. Когда на большой скорости макси-сингл на 45-й, это незаметно было. И поэтому потом диджеи уже просто вот так брали пластинки, что как бы когда ими работали. Тогда же было время русского рока, группы кино, там, какие-то фестивали вот эти. А мы совсем другим занимались. Я думаю, это с образованием связано, вот с деятельностью наших института Ижевского, вот, механического, сейчас ЖГТУ, и ХубГРАФ в университете. Тогда же уже только-только компьютеры стали появляться, только-только. Также и с новыми формами искусства люди на ХубГРАФе, например, сталкивались. Да мы не умели просто никто играть. Музыкантами никто не был. Вот из электронщиков, из первых ижевских вообще, по-моему, никто не умел играть. У нас 5 человек, по-моему, был состав. На гитарах смесь какого-то панк-рока, хардкора, сэмплингов, барабанов. Я даже не знаю, с чем сравнить, если честно. Уже не помню, там, какая-то Skinny Puppy была группа, например, или Ministry.